саженцы смородины красной Джонкер ван Тец являются интересным сортом, который впервые был выведен в Голландии. У него ранние сроки урожайности, а ягоды универсального назначения. Кустарник средний по высоте, густой и прямой. Кисли ягод длинные, мякоть средняя по плотности. Каждый плод весит около 0,7 грамм, он округлый, насыщенно красный с плотной кожицей, приятный на вкус. К достоинствам сорта относятся хорошая транспортабельность, быстрое начало плодоношения после посадки крупномер Джонкер ван Тец на постоянное место. Высокая урожайность около 6 кг с одного кустарника. Растение нетребовательно к почвам, морозостойко и редко поражается заболеваниями. Используют ягоды для еды в свежем виде или для заготовок. Смородина красная Джонкер ван Тец – это многолетнее растение высотой 150-170 см. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает смородина красная Джонкер ван Тец в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Весенняя окраска листочков темно-зеленая. Смородина красная Джонкер ван Тец имеет ранний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Урожайность смородины красная Джонкер ван Тец около 3-5 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 1-1,4 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округлая. Окраска ягод светло-красная. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что смородина красная Джонкер ван Тец – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.